Че, я вернулся после небольшого перерыва продолжать игру, опять меня чекпоинт здесь высадил. Вот. Я прошу прощения за небольшие перерывы будут в этом видео, я просто кофе себе налил, буду потихоньку попивать кофейку и в это время делать паузу. Так, в общем, меня сюда опять, да, вот я сделал перерыв, несколько часов я там поел, там, все такое, меня здесь чекпоинт, и все вещи тут опять остались, то есть они заново появились, хотя я их уже собирал. Я вот забыл подняться наверх. Вот здесь. Так, посмотрим, что тут. Никогда здесь не был. Ага. Так, тут антенну мы настраиваем, да? Так. Может, помочь ему? Ничего нельзя сделать тут. Тоже вид красивый на остров открывается. Замечательно. А вот отель, кстати. Не менее красивый, чем остров. Только туда можно? Можно. Ой, на крышу можно. Хотя там вряд ли что-то есть. А вот если я вниз прыгну, то я умру. В общем, вот что тут у нас наверху. А тут ключ. Так, сейчас я посмотрю мой ключ по характеристикам. Ну, мой получше. Ага. Так, ладно, пойдем вниз обратно. Так. Теперь вопрос, какой квест выполнять дальше? А вот это сначала. Пепел к пеплу. Чтоб он сжег трупы, и тогда я ему смогу отдать бутылки с алкоголем, потому что у меня их много накопилось. И он это самое, мне молотого коктейля будет делать. Ага, у меня все на 100%. Так, тут лучше на машине поехать, потому что долго, 260 метров. Open Sesame. О, зомбак. Зомбяк. О, я вот это возьму. Опа! У нее даже полжизни не отняло. Ага, сучка. Я хотел взять. Нет. Это ему уже мало наносит повреждения. У меня уже зомби 9 уровня. Поэтому так мало. Когда у них был уровень 5-6, то еще нормально было. Сейчас 9 мало жизни отнимает. Раз уж мы вышли, пройдемся сюда. А тут я не был случайно. Это такое впечатление, что уже был. Хотя тут зомбяк, но он, в принципе, мог появиться. Да, одного. Оба! Я первый ударил. Вот так. Деревянная дубинка, хрупкая. Нет. Ну ладно, вернемся тогда обратно. К машине. Ну да, я тут был. Просто тут зомби появились заново и все. Так.
опрыгнул им ногой. Ой-ой-ой. У меня сила закончилась, поэтому я больше бить не мог. Изношенная метла. А мячик можно взять и в них кинуть? Нет, нельзя. Больше тут ничего нет. Еще кто-то. Вот. Опа-на. Классно, блин, слоу-мо. Так. Че, вернемся к дороге? Так, опять не видно. Хочу, чтоб... А, у меня показатель здоровья пока нету. То есть он пропадает, когда ты не дерешься. Эта штука опять здесь. Я же ее бросал уже. И она все равно тут. Ха-ха. Предметы возвращаются на место. Сами по себе. Может, в них какой-то дух засел? Ха-ха. Дух Дедайл. Дух мертвого острова. О. Ого, трое. Еще кто-то сзади подбегает. Я хочу тебе оружие, такой большой здоровый молоток. Когда Сэм и Би выбираешь в списке персонажей, он держит такой большой молоток. Но это, возможно, один из тех молотков, которые ты находишь в игре, можно ему сделать апгрейд, и получится такой большой молот, который вот Сэм держит. Так. Хоть тревога там была. Ой-ой-ой. Неожиданно. Так, что у нас тут? Бинты. Я это уже брал. Я это уже брал, но тогда у меня не было квеста. То есть квест забрать это и принести. Но тогда у меня не было этого квеста, но я брал это. То есть получилось то, что я это взял, это ничего не дало. Потому что у меня тогда не было такого задания, ну. Бывает наоборот. Берешь какую-то вещь и не знаешь, что с ней делать. Она у тебя остается, потом тебе дают квест, а так как у тебя уже эта вещь есть, то ты просто ее используешь, и все, и квест выполняется. А тут сейчас было по-другому. Так вот, я не знаю, кастет можно взять на руки. Вот у меня сейчас кулаки, да? Вот, но он почему-то не берется. Возможно, точнее невозможно, а это точно из-за того, что у меня места в инвентаре нету. У меня алкоголя 19 бутылок. Я тогда нож выброшу. И возьму кастет. Во. Меняем на трубу. Теперь
Теперь у меня кастеты. Так, ножик я выкинул. Ну, слышу, кто-то в дом долбится. Во. Вот так. Как быстро замочил. Чё она сюда долбилась, там нет ничего. Ключ. Это лучше, чем тот ключ, который есть у меня. Хотя, последняя характеристика это у нас что? Последняя характеристика это обращение. Это единственная характеристика, которая у того ключа лучше. Нет, то, что у меня лучше. Не только по этой характеристике, а поэтому по прочности и по силе удара тоже лучше у меня. Я кастет снял, пока не буду тратить на обычных зомбиков. Может, потом и ботинки будут более мощные. Тут я не был. Тут, кстати, вопросительные знаки на карте. Что они значат, я не помню. Белые вопросительные... то есть эти... Как их? Восклицательные. Так. Для этого нужен 9 уровень. У меня 9 как раз есть. Сейчас я кофейку попью немножко. Так. Сейчас посмотрим, значит. Так как СМБ эксперт по тупому оружию, соответственно, все кроме тупого оружия я выброшу. Вот у меня есть гаечный ключ, кастет. Молот, ржавая труба. Вот мачете тоже бы выкинуть, но мне хотелось бы мачете оставить. Потому что мачете потом в игре будет очень мощное. И, соответственно, чтобы сделать апгрейд ему, нужно будет тоже, по-моему, мачете. Хотя мы потом более мощное мачете найдем. Сейчас я посмотрю, что по характеристикам хуже. Вот то, что у меня хуже, поэтому я сейчас... Так. А я могу так выбросить отсюда? Прям нет? Нет. То, что у меня по характеристикам хуже. Значит, я мачете выкину, потому что потом найдем лучше мачете, чем это. И беру вот этот. Я выбираю оружие, которое по характеристикам мощнее. Так, опять эта дверь. Еще две двери. Еще куда, налево или прямо? То есть направо или прямо? Направо. Тут открыто, я угадал, не надо взламывать. А тут и нет ничего. Тогда сюда. Это тоже открыто. Так, а ей надо что-то, или она мертвая уже? Тогда денежки возьмем. Let's see what we got. 23 bucks. Так. Изолента, гвозди. Так. Шестеренки, ух ты, блин. Никогда не встречал. I'm thirsty. I feel dizzy and a little nauseous. If you bring me some... А у меня же есть вода. Найдите воду, Даким. Сложность очень легко, награда 50 опыта. Yeah. Oh. Oh, thank God. Вот. Thank you. Я же помню, что у меня была вода. Еще раз можно. Oh, thank God. Еще раз. Thank God. Thank you. Прикольно, еще раз можно. Этот... Так, сколько у меня сейчас бутылок с водой? Надо посмотреть.
Вот вода, 12 бутылок. Сейчас я ей одну отдаю. Она мне за это дает 50 опыта, и у меня уже должно остаться 11 бутылок. 11, правильно. То есть я ей могу... Ну, давай ей еще одну отдадим. Все. Короче, ей можно сколько хочешь бутылок отдавать, и каждый раз она тебе будет 50 опыта. Вот. Вот ей надо мишку принести. Найдите плюшевую мишку. Плюшевый мишка должен быть в бунгало 15. Сложность легко, награда 500 опыта. Я же говорил, мишку тоже надо найти. Так. Ну все, мы выходим отсюда и... Следующий... Так я уже тебе давал воду. My muscles are starting to cramp up. Что еще хочет? Oh, thank God. Все? Или еще раз дать? Могу еще раз дать. Хотя я думаю, что другим людям тоже понадобится вода. Не она одна такая.